Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хотела показать, что у меня творится в делах цветочных. Вот я сеяла гейхеру 100%. Показывала всем, как сеять с бумажки. И, видимо, руки-крюки у меня вот так вот я посеяла. Но схожесть, как видите, 100%. Не сфокусируется никак. Но там видно, что вот еще они сходят, и все в одной кучке. Вот сколько. Так, сейчас еще одну покажу коробочку. Там другой набор семян, тоже гейхеры. Вот это другой набор, тоже гейхеры. Но здесь семян было меньше. Но вот они сходят как. Не фокусируется. Вот еще. Это еще и половину не произошло. Там под ними как еще меньше, чем маковые зернышки насыпаны, сходят. Ну, хоть немножко где-то отдельно. Тоже кучей сыпануло. Вот такие гейхеры. Ну-ка, поближе, если... Нет, не получается, не фокусируется никак. Но даже простым глазом мне лучше видно, чем через телефон, что там сколько еще мелкоты это лезут. Ну, все в куче. Мне перевалило вот гвоздички. У меня в маленьких стаканчиках стояли. Там земельки чуть-чуть было. Они вон уже цвет думают набирать, а я их все не пересаживала никак. Надо будет их прищипнуть. Вот в большие стаканчики пересадила. Также у меня в стаканчик вот этот филодендрон. Это посмотрите, как он называется. Вот. Я укоренила от него макушечку, а тот продала летом. Вот, принялась. И тоже прям заполнила весь горшочек, этот горшочек, стаканчик корнями. Ну вот, пересадила в больший. Пусть до весны, потом уже видно будет, что с ним оставлять или избавляться. Что-то я перегорела комнатным. Это вот медузу тоже пересадила. А это краснеющий. Вот его я еще не пересадила. Вот у него столько мало земли здесь. А корни вот у него всю. Корней много. Надо пересаживать. Так вот. Там тоже краснеющий. Вот тот пересажен у меня. Это гвоздички. Здесь вот две штучки их. Так, сюда с окна убрала колиус, там у меня укореняются пеларгонии. И вот тут еще одно чудо лежит. Укоренилось, приросло, и сил нет. А ты что здесь лежишь, Сима? Симка, ну-ка вставай, иди отсюда. Улеглась. Хоть ты как, запрыгнет и ложится, рядом с цветами лежит. Еще и не трогайте ее. Вставай, иди отсюда. Отгоняет. Это пеларгония у меня, которую я садила 10 дней назад. Не садила, а вот поставила укоренять. Я снимала видео. Ну, думаю, что они примутся. Как бы ни один не желтеет. Тут один, правда, у меня вот немножко захерел. Но то по той простой причине, что я посмотрела, а у него вообще ком земли пересохший, прям в сухом сидела. Вообще вялая была. Сейчас водички подлила. И она как бы оживать начала. Неужели еще и этот у меня примется? Ну, дай-то бог, да. А эту вот я не надеялась. Это тюльпанка у меня. Как бы вот она. Ее я посадила вообще, не подсушивая даже. Ну, ничего, тургор нормальный. Возможно, и примется. Ну, вот такие вот дела у меня пока в цветах. На этом я прощаюсь. Пока-пока. Всем нам мира и добра!